Вот заказали суп фо, я заказала еще свинину, ребрышки свиные с рисом. А вот целую тарелку принесли суп фо большую. Я думаю, что хватило бы, наверное, и одного супа фо. Стоит 45 донгов. В принципе, как и у нас на севере. Это сейчас мы находимся в центре Нячанга, около парка Горького. Как ваше впечатление о супе? Вкусно. Вкусно? Что там есть в нем? Кальмары. Креветки большие такие. Лапша. Растут зелень. Ну и бульончик. Да. Ну вкусный супчик. Так, вот нам принесли еще одно блюдо. Это рисовые рулетики холодные. А здесь свининка, креветки. Листья салата подается с соусом, какой пока еще не знаю. В общем, вот такое блюдо довольно-таки объемное и думаю, что вкусное. Так, Нина, ну-ка покажи, что там тебе принесли. Так, Нина у нас заказывала... А, кстати, это стоит 79 донгов. Тысяч. А Нине принесли рис и свиные ребрышки. Порции просто громадные. Вот ребрышка свинины, ну и тут, конечно, балык большой, вкусный, риса целая, вот, тарелка, плохо зелень.